23-я пара. Осторожно снимаю. Ножка, ножка, работай. Лов, лов. Ручки держи в лица. Лов где? Ножки ход, вот так. И ручки держи в лица. Все, ласкайте, не пробуйте. И шире. Ножка, ручки, ручки подними. Все, ручки. И ручки сразу. Схема работает. Прямым ударом войди. Приготовь его. Давай, давай. Продолжай так же, молодец. Дави, дави. Вот, ножку поддержал. Ближе к нему. Ручки подними. Ручки подними. Красному углу продолжение боя готовится Антон Тимофеев, Санкт-Петербург. 2001 года рождения, 8 лет занимается салатом, 1-й юношеский разряд. 54 боя, 51 победа. Финалист первенства России прошлого года. Тренируется под руководством Павла Столярова. У ринга секундирует финалист чемпионата мира прошлого года среди юниоров. Сергей Щербаченко. Ближе к нему. Так, ножка. Ножка войди, ручки держи у лица. Ножка войди. Блин, не бойся. Ближе к нему. Давай, давай, давай. Дави, дави, дави. Дави, не отступай. Дави. Не бойся. Пошел, пошел, вперед. Ногой води. Води. Ручки подними, ну быстро. Пошел работать. Ноги подними, все. Синим углом продолжение боя готовится Семен Волков, Московская область, город Железнодорожный. 2001 года рождения, первый русский разряд. 5 боев, 3 победы. Победитель всероссийского турнира, серебряная перчатка, тренер Волков. Приготовится 24-й пар. Кирилл Федосеев, Архангельская область, Антон Малышев, Санкт-Петербург. Бригада судей в том же составе. Отсюда. Руки и плечи.
ближе. Саша отошел. 500 рублей давай. А кто же сказал, что ты Дави, дави, ручки подними, ногой води. Ногой води. Давай, 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 дави, дави. Ближе. Вот так еще. И ногой. И давай ногой. Ногой давай. Концовку давай, концовочку. Все ближе. Малышев готовится к выходу в ринг, бой номер 24. Победу одержал Антон Тимофеев, Санкт-Петербург. В ринг приглашается 24-й.